Предпринимателей России уже задолжали по аренде занимаемых помещений. Просрочка образовалась по причине ухудшения экономических условий. Представители бизнеса пытаются договориться с арендодателями и пересмотре графиков платежей и договоров. Но успехом это заканчивается только в 13% случаев. 28% предпринимателей сейчас уже получили отказ от арендодателей. А еще 44% находятся в стадии переговоров. Пересмотреть условия аренды пытались 85% опрошенных предпринимателей. 35% респондентов полагают, что у них возникают затруднения с оплатой аренды в ближайшее время. Согласно статистике, более 70% предпринимателей арендуют площади у частных собственников, примерно 25% имеют помещения в собственности и 5% арендуют у государства или города.